Сейчас кто-то, я пойду, что хочу за дорогу, иди. Что ли я занес? Ну, идеально не получится, Лиз. Главное, чтобы оно было хоть чуть-чуть. Чтобы оно чуть-чуть было организовано. А то, думаю, туда в дождь попали. Ну, первый день был дождь. Я, ну, все равно волосы все такие. Женя, привет. Я же с твоей женой познакомилась. Слушай, а тут нету? Я сюда добавил скатерти еще. А где? Одна стоит, вторая есть, а где еще? Ну там же у нас часть. Серый. Мы собираем отдельно, не засоряем ничего. Правильно. Серег, ты можешь кого-то из ребят, может быть... Скажите что-то для будущих поколений. Значит, для будущих поколений хочу сказать, что вам эта запись не достанется уже. Потому что я смотрю в такое будущее, где уже видеозаписи не будет. Будет просто, меня просто переформатируют в 3D формат, или я буду, может быть, в 5D. Телепат. Будет голограмма. Я просто буду голограммой. Поэтому ты мне голограмма. Серый, не уходи с кадра. Ребята, мы послание будущего. Оставайтесь на земле, оставайтесь офлайн. Будьте аналоговыми. Да, и используйте всю эту систему, но не забывайте, что вы живые. Серый. А сейчас он начнет снимать. А теперь внимание, съемка. Ты просто визионер. Надо попросить 4 человек и расставить. Стены. Класс. Так, на аппаратуру поставим этот стол весь. Еще одна колонка. Да что у нас везде колонки? Короче. Строим Казантип, да? Хо-хо-хо! Эй, эй, эй! Будь мой, эй, эй, эй!